Добрый день. Сегодня анбоксинг. Перед нами вот такая вот мятая коробочка, которую мне принес курьер. Доставка вроде бы курьерская, но как-то коробочка в странном виде. Я тут ее уже приоткрыл. И сразу видно, что и внутреннее содержимое тут также помято. Достанем. И увидим, что здесь есть коробочка и куча деталей. Коробочка помята. Откроем. А тут вроде бы все цело. Как многие уже догадались, это бандажный набор от фирмы Куб Твист. Постоянные зрители моего канала наверняка скажут, что у меня уже есть бандажный набор от Куб Твист. Вот он. С детальками. И у меня уже был анбоксинг на эту головоломку. Правда, совместно с Кьюбом Винги и Мирбоксом от Мафанга. И был это почти 2 года назад. Анбоксинг имел номер 5. И тогда у меня было совсем мало подписчиков, мало кто тот анбоксинг видел. Но даже не ради этого записываю данное видео. Для чего я купил второй? Пару лет назад вот этот бандажный набор пропал из продажи. Как-то нигде не продавался. И вдруг внезапно он появился в продаже в китайском магазине. И я его резко купил, поскольку вещь такая на тот момент была редкая. Сейчас вполне доступная. Купил и почти не глядя, не вникая. Купил, распаковал и был доволен. Тогда, 2 года назад, я его немного покрутил, собрал на нем обычную трешку, примерно такую, без этой детальки. Потом собрал Fused Cube и поставил. И вот почти 2 года он у меня практически стоял. Руки не доходили. Недавно меня попросили записать обучалку на Fused Cube. Я его достал. Там как раз Fused был собран. Записал обучалку. Что-то захотелось поменять. Но Fused был достаточно простой. Начал менять. Все красиво, все хорошо. И тут я выяснил, что в моем бандажном наборе не хватает деталек. Если мы посмотрим, деталь есть 1 на 1, 1 на 3, 2 на 2 и 2 на 3. И все бы хорошо, но при помощи таких деталек можно совсем мало видов бандажей собрать, что-то около 10. Но набор способен на большее. И я стал выяснять, почему же у меня нет этих деталек. Может быть, меня обманул продавец. Я нашел свой старый заказ. Посмотрел, что я купил лайт-версию какую-то. Сокращенную. В которой как раз не было деталек 1 на 2. А если есть такие детальки, то количество версий бандажа можно больше сотни собрать. Вот я загрустил и подумал, что же делать, как же быть. И купил еще один набор. И вот он есть. Поскольку анбоксинг номер 5 смотрели далеко не все, то я напомню, что в качестве базы есть такой обычный кубик, не сверхъестественный, но имеющий механизм. То есть вот эта крышечка должна сниматься, тут можно настраивать. И, соответственно, сюда можно крепить различные детальки, тем самым создавая удивительные версии обычного кубика 3 на 3. То есть, купив один вот этот бандажный набор, вы можете собрать больше 100 версий головоломок. Это ли не чудо? То есть не надо ничего там клеем, скотчем заматывать. Да, можно взять обычную трешку, замотать скотчем, и будет вам бандаж. Но разве это весело? Так гораздо приятнее. У меня собран здесь
на старом кубике. Вот такой бандаж, кажется, что вроде простой. И у меня была обучалка, где таких два блока. Ну, на деле, за своей простотой он скрывает некоторые нюансы. Да, собирается легко, но не так легко, как кажется на первый взгляд. Обучалку запишу, когда опубликую, не знаю. Вот так. Очень хорошая вещь. И как бы целью этого видео было предостеречь многих наивных пользователей о той ошибке, которую совершил я. Купил на пару долларов дешевле, но сильно потерял в функционале. Я не знаю, продаются ли такие пластинки отдельно. Ну и как бы весь набор стоит в районе 1000 рублей, кажется. Что в нем должно быть? Должно быть, давайте я распаковывать не буду. Хотя не буду. Что в нем должно быть? Должно быть по одной пластинке каждого цвета 2 на 2. Вот такой вот 2 на 2. 6 штук разных цветов. То же самое 2 на 3. 6 штук разных цветов. Таких вот одиночных элементов должно быть по 9 штук каждого цвета. Для того, чтобы можно было собрать обычную трешку. Дело, конечно, не особо разумное, но какое-то время у меня в таком виде кубик это стоял. И получается по 4 штучки 1 на 2 каждого цвета. Как раз именно таких деталек у меня не хватало. И по 2 штучки 1 на 3 каждого цвета. То есть 2 красных, 2 зеленых и так далее. В таком виде этот набор будет полноценный. И как раз именно с таким набором можно больше сотни бандажей сделать. Крайне рекомендую всем. То есть, если иногда бывает захочется чего-то особенного, то вы, немного поменяв конфигурацию вашего кубика, можете собрать интересный бандаж, над решением которого можно засесть надолго. Я планирую собрать все известные мне и другим людям виды бандажей 3 на 3. Это будет, конечно, не так быстро. Это не будет моей первоочередной целью. Так, время от времени. То есть, собираю бандаж, кручу его какое-то время, нахожу всевозможные ситуации, записываю обучалку, собираю следующий. И так далее. Их достаточно много. И это будет надолго. То есть, вот с таким набором, без деталек 1 на 2, количество бандажей весьма ограничено. И из тех, что там были возможны, я еще не собрал штук 5. Я их соберу. Ну, мне кажется, параллельно я на этом тоже что-то буду делать. 2 кубика, 2 бандажных набора, много свободы. Но мне не жалко. Интересная идея, и мне бы еще хотелось, чтобы какая-нибудь фирма, можем даже и Куптвист, сделала такой же бандажный набор, но 4 на 4. Вот это было бы интересно. Потому что они как бы продают бандажи 4 на 4, но каждый кубик по отдельности. Это не то. Вот эта вещь, вот это отличная головоломка. Это можно даже кому-то в подарок преподнести, но только упаковать получше, не в таком помятом виде. Кстати, в прошлый раз коробочка была красная. И было 2 коробочки. В одной был сам кубик, а в другой вот детальки. Бокс это я уже от кого-то позаимствовал. Мафанга. Как-то вот так. Очень рекомендую бандажный набор. Куб-твист. Недорого, сердито. И больше сотни различных видов кубиков 3 на 3. С какими-то ограничениями. Даже одна вот такая деталька уже блокирует вам какие-то движения. Даже полноценно не все алгоритмы можно сделать. Ну, в общем, интересно. Рекомендую. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.